Рязанские полицейские накрыли очередную точку по продаже нелегального алкоголя. Ее организатор, охранник одной из автостоянок на окраине города, прямо на рабочем месте разливал в бутылки подозрительный спирт, разводил его водопроводной водой и продавал эту «водку» в кавычках по сходной цене всем желающим. Полицейские изъяли на этом подпольном складе несколько ящиков этой, с позволения сказать, продукции. Также полицейские установили, что организатор этой алкоточки уже задерживался за торговлю паленкой, однако тогда он отделался только судебным штрафом. Сейчас изъятый спиртной контрафакт направлен на экспертизу. Полицейские говорят, что если будет установлено, что эта продукция опасна для здоровья, то горе-торговцу грозит не только административная, но и уголовная ответственность.